провести концерты, спортивные, развлекательные мероприятия численностью более 500 прекращают свою работу. Также кафе, рестораны и другие организации общепита теперь не могут принимать посетителей, а могут работать только на вынос. Но вот эти две меры, которые касаются ресторанов и кафе и концертов, не распространяются на тех граждан, которые имеют определенный QR-код или цифровой сертификат. Специалиста он в разы заранее, чем уханьский штамм, вызывает больший объем людей, которые требуют госпитализации, в большей степени уже затрагивает и молодое население. У нас на сегодняшний день более 70% заболевших – это люди трудоспособного возраста. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше, чем полгода назад, или вакцинировался полгода назад, сделать соответствующую прививку. Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей недели соответствующая вакцина «Спутник Лайт» нам поступит. И мы сейчас уже отрабатываем схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов.